20 цитат Илона Маска. Ошибки совершать не страшно. Главное каждый раз ошибаться в чем-то новом. Создать хорошую компанию, как испечь хороший пирог, нужно просто взять правильные ингредиенты в правильных пропорциях. Неудача – это отличный шанс. Если вы не будете сталкиваться с неудачами, вы не сможете изобретать новое. Существует лишь один шанс из миллиарда, что наша реальность подлинная. Мы должны понять, как нам получить то, что мы любим, и при этом не уничтожить мир. Наверняка у вас не хватает денег, чтобы купить новую модель Теслы, но не расстраивайтесь, это не важно, ведь скорее всего мы живем в симуляции реальности. Когда Генри Форд создал дешевые и надежные автомобили, люди сказали «нет, спасибо, чем плохи лошади», он рискнул всем, и это сработало. Не стоит утверждать, что терпеть поражение – это нормально. Иное дело, если пробовать новое, одну идею, другую, то многие варианты могут не сработать. Вот это должно считаться нормальным. А если вы думаете, что каждая высказанная идея должна быть успешной, то не добьетесь никаких идей. Прямо сейчас все человечество с первого до последнего человека участвует в самом опасном эксперименте за всю историю. Как много углекислого газа мы должны выбросить в атмосферу, прежде чем поймем, что стоим перед лицом гибели. Для выполнения сложной работы не обязательно нанимать много людей. Количество никогда не компенсирует таланта, а два человека, которые чего-то не знают, ничуть не лучше такого же одного. Искусственный интеллект – фундаментальная угроза для всего человечества. Я считаю, что очень важно получать от самого себя обратную связь, постоянно думать о том, что вы делаете и как можно сделать это лучше. Я считаю, это лучший совет. Всегда думайте, как вы можете поступать еще лучше, и проверяйте себя. Если у тебя есть миллионы долларов, это меняет твой образ жизни. Те, кто говорит иначе, нагло врут. Мне не нужно работать с точки зрения стандартной жизни, но знайте, я работаю. Я работаю каждый день и на выходных, и я несколько лет не был в отпуске. Просто прими за данность, что ты не прав, и твоя цель ошибаться меньше. Не думай, что у тебя каждый день получится быть менее неправильным, но если ты сможешь меньше ошибаться, то у тебя здорово получается. Я настроен оптимистично по отношению к будущему, но цивилизация не развивается бесконечно. Они, взлетая, достигают пика и разрушаются. До того, как это произойдет, мы должны сделать жизнь межпланетной. Я думаю, что люди сегодня как-то уж слишком увлеклись всяким там интернетом, финансами и правом. Это одна из причин, почему у нас мало инноваций. В будущем весь транспорт будет электрическим, за исключением, как ни иронично, ракет. Я думаю, что в России очень много талантов и энергии, и считаю, что между Россией и США должно быть больше связи. Во взрослой жизни я придерживаюсь такой философии. Необходимо расширять сознание, чтобы задавать правильные вопросы, на которые можно получить ответы от Вселенной. Я хочу быть частью того, что меняет мир.